Хочешь новую игру? Заходи на chipcase.ru. Крутани рулетку и гарантированного игры ключ от любимой игры. Всего за 69 рублей. Начни играть в CSGO, GTA 5, Overwatch и множество других игр. Нет денег на игру? Приглашай друзей и получай игры абсолютно бесплатно. Не упускай свой шанс. Заходи и получай игры на chipcase.ru. Ссылка в описании. Так, где он стрелял? Точнее, она стреляла. А, справа. Правая турель? Ага, да, лежит, да, лежит, да. Лежит. Да, Б4. Вот пацаны эти разозлились. Как дважды слиться нам. Ну, они теперь зуб имеют, знают, где мы. Угу. Поэтому будут, скорее всего, в файне родить. Вот, Мэтт. Вот здесь вот они ставили свой квадрат. Я тебя не... А, вижу. А так это давно стоит. Но они явно хотели шкаф поставить. Они бы сюда голые не бегали. Они, короче, пробегают вот со стороны, где это забрали. Айр. А у них два дома, слушай, потому что в этот раз они... А, хотя они через гору напрямик махнули на этот раз, я понял. Они сверху, типа. Угу. Отходи. Угу. Беги. Угу. Так. Тогда... Посмотри, Бонни, еще вот за печками. Сверху, со стороны горы. Угу. Так, со стороны горы, говоришь, да? Угу. Ну, здесь то, что склон. Здесь. Здесь нужно. Mm-hmm. Отсюда реально допрыгнуть, мне кажется, нет? Mm-hmm, да. Только чуть-чуть. А, подожди-ка, сделайте. Стой, Мэтт. А, стой, просто стой. Так. Не-не-не, выше не будет. Не, Бонни, это так не работает. Если бы мы в низину шли, то ну, да. Чуть-чуть только правее, Мэтт, сделай. Не, чуть правее привилегий, а тут пропадает. Ну, чуть-чуть назад. Вот, ну, вот здесь, ребят. Вот тут вот. Прям вот здесь вот. Еще. Здесь надо нормально. Мэтт, как обычно, короче, вот, да. Не обязательно делать впритык к зоне. Я и не впритык делаю. Нет, я имею в виду в том, что вот вы сейчас сделали слишком вправо, и у вас вот возможно... Хотя... Нет, а потом влево мы поставим два шкафа. Не, влево уже, скорее всего, не придется делать. Там зона будет большая уже за счет двух шкафов. И вот мне вот интересно вот кусок вот между горнорудкой. Угу, я вижу его. Вот этот. Кощенко вот где-то там между может так построиться. Отца. Подожди-ка. Так, здесь нет. Ну там мастер поставил. Вот здесь вот можно. Но придется еще больше огораживать. Но здесь можно будет и стенок нормально надолбенить. Потому что мы не будем это жилой зоной делать. Чтоб они, если перепрыгивали, там что-то прорывались, то несколько слоев можно поставить. Так. 528. Отлично, рейд. Да. А замыкать вот сюда вот, да? К этому углу. Да, к углу. Да. К углу. Хорошо. К углу замыкай. Я поняла. Вчера что, вечереет, что ли? Да. Нет, еще. Ну еще время много. Бля, размялся. Ну что, ребят, закрыли мы, короче, свою территорию. Ее расширили после того, как эти пацаны слились от наших турелей. Их что-то начало бомбить. Они просто постоянно сюда бегают голыми. И хотели, как я понял, шкафчик... наш забрать, одним словом. Прикроем дрозда, он там бежит. За ним там двое пешечников вышли. Вот, короче, хотели нам шкаф поставить, поэтому мы... Оп, чуть не улетел. Видите, какую территорию все забираем? Вот Мэтт доставляет эти. Вот смотрите, какие, а? Упорные ребята.
А он там дрозд что-то отстреливается. Там вон наш уже бежит ктер. С болтом будет сейчас долбить. Ну, вон они там ходят. Так что вот такая вот у нас территория. Пускай пацаны рейдят. То есть им по сути остается только одно. Идти через главный вход. А там удача. Во-первых, две турели. Их надо разрядить. А забагать там их довольно-таки сложно. А во-вторых, как бы здесь все из буферок. Кроме основного дома. Они пойдут по дверям. Там вот эта вся шляпа, короче. А в основной дом у нас одни буферки сплошные. Так что пацаны потратятся нормально. Ой, смотрите, дросты не отступают. Ну охереть не встать. Ох, мотают, когда стоишь. Ну да ладно. Так что вот так вот. Захватили все побольше территорию. Пещера. Тер, ты слышишь? Нет, пещере, нет, ну да. Я доверяю себе. Да. Пойдем, пойдем, пойдем. Пещера может. Давай, давай, погнали. Охренеть. Да, чувак, зря ты это сделал. Вон, причем здесь дырка где-то, да? Вот здесь где-то была дыра. Вот, вот она. Вон она. Визавис, что, дурак, что ли? Охренеть. Блин, мы не успеем, наверное. Ну что ты, Тер, где? Ты висишь? Я в дырке. Да ты не в ту пошел. Ёптвою. Мы не успеем, там уже темно, Бонни. У меня есть факел. Это я. В какую дырку-то? Нет, он уже вот здесь грейдил, вот здесь, Бонни, дырка есть прям. Да? Да, вот сбоку дырка. А, я думал, да ладно. Вот, пойдём. Так это их пещера, это они строят. Точно. Оп. Чё ты боишься? Блядь, я подумал, тут другая дырка. Тихо, тихо, всё нормально. What the fuck? И шо, мы в ловушке? Да, здесь надо через другую идти пещеру. Через тот вход. Ну ладно. Так взорвем его нахер. Вообще норм. А как мы выберемся обратно? Здесь это подъем. А, фу, я думал, все, кранты. Ничего себе. Так, но все равно фан. Давайте я 4 ракеты возьму и гранатомет, и пойдем сразу его сдолбим. Давай, давай. Фонарик у нас есть там где-нибудь? У меня есть, могу тебе дать. На стволах там еще есть. А, блять, у меня лазер. Ну вот будет этот светить. Дрозд. Хочешь, я буду светить. Дрозд. Я лучше, дрозд, я осветитель. Кто? Я вот откуда думаю. Они, значит, все это время-то вылазят, спальники где у них. Блять, там нужен кактус ебануть. Чего? Ну зачем же так грубо с кактусом обращаться? О, да, строится еще. Он же добрый. Добрый кактус. А вон, а, ты про другой вход говорил, который слева здесь еще, да, есть? Да, да, да. Так. Две. Плюс две. Так, что еще? Две. Ну ладно, давай возьму все-таки, на всякий случай, 8 ракет. Так. А вдруг меня он подождете? Там, в буферке. Мэтт, он строится, надо быстро. Надо где? Ну, дырка. Напротив так, я... нашего дома. Сейчас не, ну в смысле, на... вы еще берете там, собираете? Я уже бегу. Блин, шприцов не захватил. Так, то надеюсь, на первом этаже мат есть. Только не в ту дырку, которую ты хотел бы. Да, 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 да. Делаю. Я вот на дырке. Нету дрозд. Мэтт, я тебе дам, у меня есть 3 шприца, выходи. А, все, нашла, бегу. Угу. Ты где дрозд? Левая, да, дырка? Да, я... вот. Это ты, Боня? Да, да, да. Я нет, вас... вот, Бонни, Бонни, Бонни. Вот я. Да я знаю. Знаю. А что ты там побежал? Посмотреть, да, кто там. Мэтт, левая дырка, да, большая. Я уже захожу. Вот ты... видишь, Мэтт, левее. Да. Еще левее. Мэтт налево. Пойдем. Давай, Тер, пусти меня тогда вперед. Куда тут? Вот здесь налево давай. О-о-о. Вниз. Налево, вот дыра. Угу, нашелся. Пробуем? О, блядь! А что это такое, ребят? Я куда-то падаю. О, ё-моё, это чё? Всё. Оп! Чё-то сломал себе. Так. А так можно вот безопасно спуститься, ребят. Вот. Загрызил бы он что-нибудь еще. Да, 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 да. Аккуратно. А дальше куда? Сюда. А, только с этого, с гриба прыгать.
Да, пещерные приключения. Не, мне кажется, он ярусом выше был. Вот здесь паркур, через который мы проходим, и там будут строить зоны. Так, это, по-моему, я не помню, по-моему, сюда сначала прыгать, да? Опасный паркур. Эть. Все, готово. Дальше, вон туда. Через камень типа. Ай, бля. Ай, блядь, большая голова мешает мне. Потом вот сюда. Жесть. Так, потом сюда. Да ёб твою. Тихо, терни, ори. Нет, вот это была жесть. Бля, ну они нас слышат, то, что мы ломаемся. Красавчик. Блин. Да, понятно. Что там, есть дом? Сейчас пройду. Нет, дальше пока пусто. Ну это там, это все правильно. Нет, здесь пустая площадка. Абсолютно. Есть вторая справа, это направо прыгать. Давай, Тер. Давай, ты первый. Ну тогда не мешай. Эть. Оп. А, то есть надо вон туда прыгать, да, мне? Да, в другую сторону. Блин, попробуем обойти, может там. Можно там, да, обойти. Там что, прямо, куда? Прямо. Вот, видишь, куда смотрю. Нихера себе. Опа, чуть не упал, ё-моё. Давай я первый. Давай, давай, есть. Давай, мать. Красота. На самом деле красиво здесь. Так, дрозд, ты где? Пытаюсь обойти. Вот прямо мы тут. Иду. Прыгайте в эту сторону. Дрозд, ты живой? Нет. Тебя убили? Да, я его не увидел просто-напросто. Жду вас, жду вас. Дрозд, если еще пойдешь, из дома шприцов побольше. На улице темно, дрозд? Да. Но здесь светло в пещере. Ну да, я про это хотел сказать, довольно-таки светло. Бля, ребят, ну постарайтесь уже, а? Не застраивается. Я один не хочу туда идти. А вот сейчас, кстати говоря, темнее стало. Угу, сглазились еще можно. А у тебя фонарь? Да. Да. Куда дальше что-то? Не топай, не топай, Тера, они слушают, это я. Давай, ты первый. Вдвоем, короче, пойдем. Пошли. А еще нет? Ни хрена себе, вообще ничего не видно. Справа, Тер, сейчас справа будет. Только фонарик, видишь, он палится. Правый, правый тоннель, Тер. Давай я первый, потому что. Давай. ЧРПГ все-таки. Да, так. Вот труп. Бля, я нихера не вижу. Окно. Вырубай фонарь. Ходит он с фонарем. Минус он. Так, зажигаю фонарь. Да. А, Тер, отойди. Выбил. Заходим, заходим, заходим. Я бегу уже. Право. Право. Это я. Нет, право свети. Чисто, чисто, чисто. Лево. Что-то левее, я не вижу ничего. Тут ага, нет, стена. Нет, чисто, чисто. Все. Это я. Спрыгнул наш. Это мой прыгает. Мэтт. Тут кровать. Кто это был? Это был Б4, да. Кровать есть чем разбить? Да, на топор. На кирку скину. Бонни, чекни его. Где он? Висит вот сюда. Вот. Нет у тебя? Не, я не вижу. Заспаунился. Ну, кровать чистая пока. Поднимись, за... где за мной? Сходи, Тер. Так, ага, вот, иди давай. Сюда. Вот он висит у тебя здесь? Да. Нихера себе, твою мать. Наверх не закинешь посмотреть, что там? Меня как раз закинь, пожалуйста, а, наверх, ну давай. Посмотреть, что там. Не, просто без фонарика. Просто спецназ в деле. Так, я забираю его тогда. Угу. Так. Фонарик светит. Совсем крыша. Пэшку забрал. У него все ресы были чисто в нем.
А вот эти комнатки с замками, там интересно, что. Вот смотри. Сейчас я... Вот сюда, видишь, куда ты светишь? Вот посвети. Сюда. Вот, здесь я нахожусь. А вправо это шкаф. Там шкаф, и мы его забираем. Да, это. Пусть это будет затратно, но я хочу его забрать. Надо выселить их просто и все. Да-да-да. Дерево, так, шкаф, ага, все. А, не подходите. Бля. А 8 гранат вообще никак не задамажат? Задамажат, кидай. Они там по сколько ХП сносят. Одну, кинь, попробуй. Угу. Один выход, смотрите. Я свечу. 25 хп. Ну, хватит. Да. Надо 6 гранат получается. Да, у него 8 было. И что вы думали, суки? Рейд-дом здесь сделать. Вторую площадку нам тоже застроить, Боня. Ну да, кстати. Внутри шкаф. Выписать. Выписал. Металл был у этого? А у этого пресноводного не было, блин, этих... Металла. А чё, прям стенки просто... А, нет, зайдут же. Твою мать, нам нужен металл. Кто? Я рипнулась. Подожди, что можно придумать? Дрозд, думай. А что ты хочешь сделать? Застроить ему шкаф. Как это сделать? Что есть? Так, делаю билдинг план. Короче, застроим мы сверху тогда. Так, а камень у него 260 было. Дерьмово. У меня 120. Смотри, стенку ставим здесь. Стенку ставим здесь. И сверху блочим. Внизу, сверху, говорю, блочим. Второй этаж выбит. Нет, дверь вот эта. Куда она идет-то? Ну, на второй этаж. Давай, тебя подсаживаю. Иди сюда. Сейчас, подожди. А, ну, ну да. Иди сюда. А, да-да-да, все правильно. Так, делаю билдинг план. Потом придется сюда вернуться все-таки, загрейдить, грубо говоря, дерево в камень. А не обязательно две стенки ставить. Ты можешь одну сюда получить поставить, и все. Ну, ну да, в принципе, да. Я просто сейчас на нервах, понимаешь, это было ночью, нихера не видно, но мы потеряли. А что ты, Боня, говоришь, что тут еще можно? Ну, вверх, сверху застроить. Неси камень, а-а-а. Тер. А выходить куда как? Тер, ты куда побежал? А, 120 камней этого. Да. Я думал, типа, домой иди за камнем. Не-не-не. Я и стартанул. Я такой. Разверни его. Во. И на второй этаж меня закинь. Давай. Охренеть. А, второй выход есть. Первый рейд у нас пещера. Такой жёсткий. Второй выход, не знаю, возможно, есть. Так. А, это то же самое, паркур. Делаю так. Он тут охереет, короче. Так. Херово. Что там? Что? Он прибежал. Да? Да, Тир, я не знаю, как он такой. Я в другом туннеле вообще был. Понятно. Погляжу, что у него. Он пустой. Ну почему я не могу сверху-то застроить, ну серьезно? Что за дерьмо-то? Может там это, люк стоит? Ну, да не каркас. Люк, лестница стоит. Он зарезался. Придется вот так застраивать, другого варианта не вижу. Все, все перевернул. Чё? Ну все, типа. Так, что у него в лампе-то сколько жира? Ай, забей, короче, пошли. Уходим. Тер вперед. А, нет, дрозд вперед. Он с факелом. Вы опять через там, где мы заходили, пойдете? Да. Да, получается. На один выход только. Ну, можно было там направо нет, пойти, свой труп там еще. Также выйдешь даже. А этот хер перепрыгнул, что ли, получается? Угу. Ой. А что, он Мэтт не залутал? А, ну он не знал. Все, нашла все. У него, вот может быть, на второй площадке мог быть спальник. Просто. Я ж там не чекал ничего. У меня 2000 есть дерево. Ой, а куда мы вышли? Мы в другом месте вышли вообще. А, это главная пещера, это главный вход, выход, точнее, по рельсам идем. Мне-то теперь как выйти? Я вообще не ориентируюсь. Ну, пещера сложная, да.
Так, вперед, да, идите. Ну это самая большая же вроде, да? Да, да, да. Ну, крысы подземные. Или по кругу какие-то идут рельсы. Не-не-не, по рельсам идем, они выведут. Нет, Бонни вроде же. Мы круг наебываем. Ну что, тебе не нравится круги наебывать? Это ж весело. Давай, хоровод, хоровод. Не наебываем. Сложна. Что-то мы здесь были, кажется. Да, мы здесь были уже. Давайте дальше пробежим. Как дураки, бля, бегают. Вот сюда давайте. Ой. Это куда? Бля, еще выбери здесь. Сейчас, смотрите, сейчас к дому подойдем тому. Нет. Ой, это еще ниже. Бля. Она наверх. Вертолет. С грунтометом тут носимся. Надо его, кстати, зарядить будет. На всякий. Вон что горит там, прямо. Это, да, это дальность теней. Не, может это моя свечка на голове горит. Что-то она на всю пещеру светит. Ну, спасибо мне. А это что такое? Вот давай сюда сходим. Дверь закрыта, ага, кстати. Да. Ага, ее нельзя. Отлично. Вот влево есть куда-то. Давай. Это наверх, кстати. Как пойдем. Раз. Круги не очень наворачивают. В золоте уже прыгало, да, стали? О! Это я уже не знаю. О, свобода. Смотрите, как проще было зайти нам. Ага, проще. А ты знаешь, как вернуться обратно? Да. Почти. Оп. Оп. Сюрприз. Вертушка прям вообще к нам полетит, что ли, опять? Не знаю. Может, хотели попробовать сбить. Сейчас надо, короче, я беру ресурсы и возвращаемся обратно застраивать там все. Как ну, ты все? Пробежал. Да ладно, нормально. Пацат, дайте, пожалуйста. Угу. Эх, дрозд. Молодой ты еще. Неопытный. Неопытный парень. А, еще пацат дайте. А, ну да, пацаны, ребята, да. Ты ж построить я могу можешь? Сам могу построить. Ну да ладно, мне нужен пацат. Так. А, ну тут даже еще есть лестница. Где? Где? Вот. Да. Серьезно? Серьезно. А что, это в железо уже закатано или что? Я не понимаю. Это дерево. Подожди. Оп. Все. Мусорок. Так, ну вроде все со всех сторон что, загрыжено. Что, на ту пойдем теперь площадочку? Да ну сейчас, подожди, я здесь ему еще вдолблю маленькое железо. Так, а еще тут надо, пацат. Куда еще выше-то? Не-не-не, да в потолок, в текстуры, я скачал найсовые проги. Вот здесь ему надо все в железо превратить. На всякий. Прокачаем свою базу. Прокачаем врага. Все. Теперь точно все. Ну, сейчас туда, да? Ну да, в обратку идти. Не-не-не. Я ж пришел с площадки с другой. А, подождите, стойте. Вот, так наверх вот надо, да. Надо. Только как тебе. Сейчас один пожертвовать. Да. Да не, ну надо. Мэтт. Я не хочу. Да, залезайте, давайте. Я там пойду. Трос герой. Все, запрыгнуть еще. Да только это в колодец потом не нырни там. Ой, Дрозд, ты что такой? Скользкий дерзкий. Тип. Все, я запрыгнул. Ты Дрозд. Хотя нет, ты меня втоптал в землю. Дрозд, лови. Да не, Мэтт, я там обойду. Да ну нафиг. Давай, забирай меня, иди со всеми. Да блин, мне впадуйте, забирай. Давай. Бонни, ты где? Да вот я. А, рекорд слышал с дома. Сходил на РТ. Слышал этот звук, да? Это был рекорд. Как там дела, рекорд? Ты шоп какая-то. Из собственного дома уже не выйдет. Пристрели меня из милосердия. Че, тогда так же выйдем, чтоб не паркурить? А здесь еще нету, разве? Нет. Ну по нашей дороге только лишь одна пещера была. О, застройка эта и та и все. Пойдемте домой. Да.
Зачем мы это умирал? Я не знаю. Трэшер, срезайся. Все равно же трэшер возвращаться. Отрезуйся. Смотри, ты труп. А это готово, а что у тебя на голове? Стой, куда? Не туда мы идем, маленько. Меч? Нет, это следы убийства меня. От дрозда. Нормально. Пойдем. Что, номад что ли в КС рубит? Мэтт. Мэтт. Да, да. В КС рубит? Да, не сидит ему интересно все, блядь, и не могу его угомонить. Где интересно, он смотрит раз? Он в упор на меня смотрит. Привет, номад. Ну где, добрый вечер. Здорово. Здорово. Во. Я ему 5 минут, я к нему тянусь, типа микрофоном, мол, скажи, он меня целовать давай. Такой сексуальный, тебя все хотят, даже будешь. Да. Ой, жесть. Ты видела, у него, кстати говоря, были губы трубочкой? Сука.